Добрый день. Я хотел бы рассказать о том, что такое мир торговли и какой функционал он в себе включает. Все вы знаете о том, что существуют такие интернет-гиганты, как Amazon, Uber, Airbnb, AliExpress и другие. Что они делают? Они объединили поставщиков для того, чтобы вы, как клиент, могли совершенно спокойно купить на одной площадке огромное количество товаров, ну или воспользоваться услугами таких, как Uber. Но большое количество людей малого бизнеса имеет ограничения, и они не могут туда зайти. Так вот, наша платформа позволяет это сделать. Ваша задача как поставщика товаров и услуг, по сути, развивать ваше производство, совершенствовать ваш сервис. А чем вы занимаетесь? Ваша задача перед вами, когда вы что-то создали, вы, например, создали какой-то продукт. Дальше вам нужно найти клиентов. Где вам его взять? Это маркетинговые бюджеты, это разработка сайтов, лендингов, там планирование рекламной кампании и так далее. На все это требуются деньги. А если вы ошиблись? А если вы не профессионал в этом, и, скорее всего, это так? Что происходит? Ваш бизнес умирает. Так вот, для того, чтобы вам не заниматься теми вещами, которыми, по сути, вы заниматься не должны, вам нужно добавиться на платформу к нам. У нас стать поставщиком. И всю остальную работу по продвижению вас как бренда, ваших товаров и услуг мы сделаем. Потому что наша среда, наша платформа «Мир торговли» – это экосистема. Это единое окно, через которое клиент или обычный человек может зайти на платформу и получить доступ к огромному количеству товаров и услуг по всему миру. И не только онлайн, но и офлайн. И в этом определенное наше конкурентное преимущество. Более того, вы как клиент или как наш партнер, или даже как поставщик, можете добавлять других поставщиков на платформу, те, которые вас окружают. Магазины, кафе, интернет-магазины, всех, кого знаете. Зачем? Для того, чтобы сделать эту платформу лучше. Потому что платформа построена, по сути, на основе социального взаимодействия, на взаимодействии человека с человеком. Поэтому за каждое ваше действие вы можете зарабатывать деньги. Вот опять же, давайте разберем тех гигантов, о которых я говорил. Вы можете купить, ну, на AliExpress, к примеру, много всего, да? На Amazon много всего, на eBay много всего. А можете ли вы там заработать? Нет. Потому что это все направлено в одну сторону. Ваши деньги уходят за товары, вам доставляют товар, и все. Мы создали такую платформу, на которой вы можете не только потреблять привычные вам товары и услуги, но и зарабатывать. Вы можете быть клиентом, вы можете быть представителем компании, вы можете быть нашим поставщиком. Наша задача – искать для вас клиентов. Наша задача – продвигать ваш бренд. И наша задача – заниматься популяризацией вашей продукции. И вот в этом основная стратегия, основная стратегическая задача развития нашей компании. Вы можете стать поставщиком каким образом? Очень просто. Вы просто добавляетесь на платформу, вы добавляете свои данные, мы с вами связываемся, мы смотрим ваш товар, и, пожалуйста, вы получаете доступ ко многим нашим клиентам. Вот и все. Повторюсь, ваша основная задача – это совершенствование вашего качества. Вы должны производить идеальные вещи, вы должны совершенствовать ваше производство, вы должны предоставлять суперсервис для того, чтобы люди могли оставлять у вас отметки в вашем профиле. Таким образом, система рейтингов и ранжирования будет приподнимать вас в поиске. Вот в чем фишка нашей платформы. Ведь будущее за электронными коммерциями в любом случае. И будущее за платформой, в которой объединяет все это в одном окне. По сути, это экосистема. Мы называем это экосистемой. И так как будущее экономики, вообще, в принципе, за экономиками экосистем, где люди объединятся в сообщество, объединят в единое комьюнити, где часть из них будет поставщиками, часть производителями товаров и услуг, часть потребителями, вот за этим будущее. И в конце концов, через там, 10-20 лет будут стоять огромные конгломераты, причем которые состоят из комьюнити, я повторяю, из сообщества людей, а не просто какой-то платформы, которая предоставляет там товары и услуги. Там будут люди зарабатывать, производить товары, создавать свои бренды, предлагать свои услуги. Вы можете, будучи дизайнером, программистом, не знаю, обладая какими-то другими навыками, вы можете выставить себя в нашем платформе в профиль там соискательной работы. Если вы бизнесмен, допустим, вы хотите сэкономить какое-то количество денег, вы можете найти себе удаленно людей, которые предоставят вам свои навыки. Бухгалтеров, экономистов, юристов, там, программистов, кого угодно. Причем это будут проверенные наши люди. А проверенные чем? Не платформой. Проверенные коллективным, бессознательным, которые будут ставить отметки на тех кейсах, которые будут люди реализовывать. Таким образом,
Мы сделаем так, что люди, которые делают качественно свою работу, предоставляют качественные услуги, они будут всегда в топ-рейтингах. Понимаете? Это очень круто. Потому что вы, например, если вы домохозяйка, и у вас дети, например, вы в декрете, как вы можете найти работу? Кому? Ну как, скажите мне. У вас есть ограничения. Вам нужно иметь один девайс дома для того, чтобы выполнять какую-то функцию, полезную функцию, в чем вы специализируетесь в то время, когда вы свободны. А если вы, например, печете пирожки, ну давайте так, вам там 55-65 лет, у вас хобби печь пирожки. Это такой банальный пример, я прошу не улыбайтесь, но тем не менее это наша реальность. Или кто-то резчик по дереву, или какой-то, может быть, там ювелир, еще что-то, что угодно. Но вы просто как физическое лицо. Почему вы не можете построить на этом свою компанию? Потому что у вас нет клиентов, вы ограничены своей территорией. Вы ограничены своей долей рынка. Что вам нужно сделать? Добавиться на нашу платформу и получить доступ к людям, которые вас увидят и узнают. Да, конечно, пирожки вы не можете послать из России в Мексику, но локализация платформы-то сделана. Вы же можете обслуживать ваш город, надлежащим образом просто доставить вашу продукцию до клиента. А реализовать это, показать это клиенту мы можем. Если вы производите молоко, вы фермер, пожалуйста. А какое количество порогов входа существует в супермаркеты, в гипермаркеты? Вы же прекрасно знаете, если вы являетесь производителем, например, молочной продукции, вы вынуждены отстаивать вашу долю рынка. Вы вынуждены делать так, где-то что-то, какие-то элементы применять, ну, я не говорю о взятках, но тем не менее, делать что-то, чтобы попасть на полки. А это огромная работа. Зачем? Зачем все это? Ради чего? Скажите, во что? Полка продает? Нет. Каким образом это само в корзину прыгает клиенту, когда он приходит в магазин? Нет. Более того, представляете гигантов, когда, например, производителей, ну, там, ваших конкурентов, что они делают? Они действуют ресурсом для того, чтобы их продукция всегда бросалась в глаза. Поэтому это не тот путь. Вам нужно добавиться на нашу платформу, где вас мы покажем людям, которые вокруг вас окружают. Вы живете, например, не знаю, в Саратове. Вы делаете превосходное молоко, сметану, что угодно. Вы поставляете в часть каких-то магазинчиков. Так, пожалуйста, почему это нельзя сделать в онлайне? Люди могут приобрести ваш товар. Вы доставите. И самое главное, так как люди будут проставать вам рейтинг, вы будете давать свежий продукт, вам это, людям это будет нравиться. То есть вы все больше, больше, больше набираете свой вес. Вы больше набираетесь и поднимаетесь в топ, когда ищут, например, молоко. Человек, находясь в Саратове, показывает вас как человека, который болеет за свое производство, который делает качественный товар. Так вот, мы с вами вместе и эту экономику, эту экосистему и создаем. Потому что без людей она невозможна. Я еще раз повторяю, это экономика, которая строится посредством социального взаимодействия. Вы можете быть поставщиком, еще раз повторюсь, вы можете быть нашим партнером, быть клиентом, кем угодно. Вы всегда сможете найти в себе по душе то, что мы будем давать. А если чего-то нет, если чего-то не хватает, вы можете сказать, вот здесь на платформе нет там моего любимого поставщика. Ну так в чем вопрос? Пожалуйста, добавляйте. Вы же делаете не только вклад в себя, а с этого вы можете зарабатывать. Потому что любое действие на платформе оплачивается. В этом основное наше преимущество от всех других гигантов. Еще раз повторюсь, вы не только приносите деньги, вы там можете зарабатывать. Приглашая людей и выстраивая такую некую импровизированную торговую организацию, потому что под вами люди, когда регистрируются, со всех их покупок, с кэшбэков, с баллов, с бонусов, с чего угодно, со всех партнерских вознаграждений компании, вам все равно какая-то будет часть денег распределена. Вы можете добавлять поставщика, тем самым зарабатывая с его сбыта, со всего его сбыта. Но самое главное, даже вопрос не в этих деньгах, а в том, что добавив поставщика, вы дадите доступ к нему, огромному нашему комьюнити. То есть вы сделаете эту платформу лучше. И вот это наша задача, мы с вами должны это сделать. Именно поэтому мы двигаемся вот с точки зрения социального взаимодействия, с точки зрения семейства. Вот наши ценности, это основные ценности, это семья. И мы хотим создать огромную семью, огромное социальное комьюнити, где каждый человек может двигаться, зарабатывать деньги, найти себе работу, там, стать поставщиком, найти соискателей работы. Все что угодно. И все это в едином диалоговом окне. В вашем телефоне, либо в компьютере. Вот основная задача нашей платформы. Вот основная задача и стратегия развития нашего. И, конечно же, мы договоримся и этими гигантами. Они также будут поставщиками нашей платформы. И также вы будете получать и кэшбэки, и бонусы, и баллы, скидки, и все что угодно. Но это будет все делать в одном окне.
Также вы будете заказывать такси. Также вы будете вы будете искать своего парикмахера, зубного врача, платить за услуги ЖКХ, получать услуги в интернете, профессиональное обучение, все. Это можно сделать благодаря нашим технологиям. Благодаря технологиям, которые уже существуют, это несложно. А для того, чтобы обезопасить вас от недобросовестных, например, поставщиков, либо людей, которым вы делаете сделки, как физические лица, для этого мы реализуем все это на блокчейне. И блокчейн – это основа наших взаимоотношений с вами. Это умные контракты, которые позволяют зафиксировать наши с вами отношения как поставщик-платформа, как клиент-платформа или партнер-платформа. Также зафиксировать отношения между поставщиком и клиентом, где платформа выступает в качестве третьей стороны, которая подписывает цифровым ключом сделку. Таким образом, обезопасив клиента от недобросовестного поставщика или добросовестного поставщика от недобросовестного клиента. Вот что мы сделаем. И я очень рад, что блокчейн вошел в нашу жизнь. Я очень рад, что прошло уже достаточно большое количество времени, где подобные вещи были оттестированы, и мы взяли лучшее из этого. И мы собрали по всему миру лучшие идеи для того, чтобы сделать этот мир лучше. Для того, чтобы вместе с вами, с нашей командой, ведь вы смотрите на меня, потому что вы уже у нас. Вы хотите понять, что это такое. Я рад приветствовать вас здесь. Так давайте сделаем это все вместе. Давайте сделаем и создадим эту экосистему. Давайте создадим эту экономику. Это даже не компания, это не проект, это экономика. И мы ее с вами сделаем. Благодаря нам и вам, нашей командной работе.